Всем привет, друзья, вы на канале Султан, меня зовут Влад, и мы продолжаем играть в Just Cause 3. В общем-то, что у нас... на чем мы остановились? Мы остановились на том, что у нас кто-то... Каскадер, Линко, игрок... мы с повстанцами везем кое-какие краденые припасы с севера. Победилось... Встретимся у стены. Есть новости. Похоже, Деравелла собирается атаковать. Нам понадобится твоя помощь, Амико. Так, это нам куда? Подожди. А, так я рядом, я долетел. А, я в прошлый раз, да, долетел до задания. Все, и вот сюда мы должны что? Сейчас... Я только ее воском покрыла. Ага. Ага. Побеждают меня какие-то игроки. Видимо, здесь какой-то... А я какие-то рекорды ставил, да, видимо? А, да, взлет у меня был. А что такое? Ой, тут какая-то провинция или что-то. Здравствуйте. Эй, что это ты творишь? Даже и думать не смей. Немедленно брось пушку. Бросай оружие. Вы крепите оборону от агрессоров. Вы добровольно... Представление начинается. Ага. Кто стреляет? Ладно, давай быстренько зачистим. Доложить обстановку. Раз. Принято. А, что было еще? Подкрепление. Ага. А, мне надо было... О, ты смотри, какой трамплин. Стоямба. А что за трамплин? Вот это хорош. Возвращайтесь по местам. Это бесполезно. Во. Теперь мне нужен спорткар. Че ты тыкаешь мне? Тебя никто не вспомнит. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Так, склад повстанцев. Мне нужно что? Мне нужно что? Раз, два, три. Вообще пишет, записывать? Нет, нормально все. Так, мне нужно к транспорт. Спортивные машины. А, не одной? А почему? Там как-то открывать это все надо? Особое. Вот эту хочу. Вот эту хочу. Так, это что у нас? Вот эту хочу. Это что у нас? Это дробовик, я помню. Это пулемет. Это такое себе. Это пулемет. Ну, давай, дробовик хорош. Транспорт, это, короче, современные машины, нет? А как вернуться? Так? Да не так вернуться. Ретро-машины, дорожники, мотоциклы, танки, военный транспорт, спецтранспорт, водные вертолеты. А ретро-машины? А чё, и чё, я на этой колымаге, что ли, поеду? Скорость такая себе. Подожди, тогда и с маячком тоже пока стоять. Отмена. Ты что делаешь? Так, смотрим, выбираем себе машину. Выбираем себе машину. О!
шаг ближе к свободе. Маячок. Где? Алтарь, ага. В честь жертвы Диравелла. Покойся с миром. Подожди, а откуда ехали тогда машины? Отсюда же машины ехали. Ой, ты смотри, мне повезло. Ты смотри, мне повезло. Так, на проселочную дорогу, налево. Вот, пошла жара, пошла жара. Оба! Все, выжил, что ли? Отправляю к вам дополнительный отряд. Так, а где? Подожди, маячок где-то здесь. Маячок, маячок, маячок. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Бам! Получай подарочек. Да, это я. Медленно найдите мятежника. Не дайте маячок ему сбежать. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Где, где, где? Ну где-то здесь, подожди. Восстановить контакт с целью. Подожди, не понимаю, а где это мы еще? А-а-а! Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Я понял. Балкон тут есть. Так. Найдена запись 13.71. А, хорошо. Цель покинула область. Так, сейчас самое сложное это что? Это радиоприемники. А, вон первый. А, вон еще один есть. Ага. Есть. Так, где первая? Есть. Ай-яй-яй. Ага. Все, отлично. Все, минус система. А, это другая, я понял. О! Это я хорошо заглянул. Хорошо. Так, дальше. Еще рекламный щит. Еще один. О! Тебе не место на острове. И тут я тоже хорошо. А? Да не, а еще одна. Хорош, смотри-ка. Так, вызвать повстанцев, нанести ущерб. Так, еще какой-то грузовик. Что-то происходит? Он его фотографирует, что ли? А, я думал, он фотографирует. Это просто один стоит вот так. Вызывай.
цель. Так, всем есть. Бойцам собраться по координатам. Если это оно, то есть. Так. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Вижу. Кто там говорит о народе? Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. У тебя не было шансов. Да как не надо, я стреляю. Отправка дополнительных сил одобрена. Хорош. Подкрепление скоро будет у вас. Есть. Цель скрылась. Приказываю вас как скрылась? Зрительный контакт. Алло, как скрылась? Я тут вообще-то... О! Фига ты ползаешь, это кто? А ты что там делаешь? Ползает, смотри. Такие крошечные. Яблочко. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Я не помню, как убирать, подожди. Ага. Вызвать повстанцев. Показывайте, что у вас есть. Раз. Патроны почти кончились. А где второй вызов послать? Вот он, нашел. Вижу еще одну. Хорош. Говорит центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже в пути. Немедленно направляю к вам подкрепление. Восьмое место где-то я там занял. Я так и думал, что мне плохо будет. Так и думал. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. А, патроны универсальные, что ли? К вам дополнительное вообще отлично, смотри-ка. Оп-оп. Универсальные патроны. Сейчас и гранат наберем. О! Хорош. Все, мир вам, земляне. Так, идем дальше. А нам надо какого-то типа убить. Командир, я так понимаю, тюряги, что ли? О! Есть. Прекращаем поиски. Цель покинула область. Как прекращаем поиски? Вот, смотри.
Смотри, что есть. Это что? Было ваше, стало наше. Ага. А, стой, подожди, не переключился. А что за пацан в шлеме, что-то я не понял. Визуальный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Так, нам нужны антенны, да? Антенны, да. Стой. Так, антенны. Цель сбежала. Антенны. Все по местам. Ой, вижу вертолет. Взлетная полоса, смотри. Так, антенн пока не вижу. Вижу. Так, еще пацан какой-то. Вон он. А, типа мэр, что ли, или кто это? Выше нас. А где флаг? Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. В область. В области, на которую под пивом кушают. Сделали бы, чтобы знамя нельзя было поднимать, если тебя разыскивают. Тогда было бы все сложнее. А так ты считай, раз и все обнулилось. Ну. А где же экшен там всякий? Потихонечку, потихонечку, да. А откуда? Стреляет. Ну да ладно. Здравствуйте. О, маячок. Терла С свободна, ми амикус. Больше громилы из МДР не будут мозолить глаза горожанам. Куда маячок идет? Во, правильно. Во. О, ты смотри, с первого раза. День 300-й. Моя склонность к мгновенному возмездию за проступки помогает держать солдат в стальном кулаке. Я уравновешиваю это щедростью. Выбив средства, я получил бюджет на постройку базы в Летутор. Тяжелый труд и ясные цели заставляют людей забыть о грызне за власть. Когда от работы болят все кости, каждый подчиняется приказам. Мое слово уже начинает приобретать больше вес, чем бормотание жадных глупцов из столицы. Короче, шаг за шагом прорываться к власти, это все понятно. Дозорный на стене. Дозорный на стене. Поехали, вон там проплывем. Мне кажется, что-то интересное есть. Нужно за маячками следить. Нет, вроде ничего нету. Вот это рекорд, рекорд, давай. Хорош. Кто стреляет? Кого стреляете? Кто посмел? Как он посмел вообще? Так, дозор на стене, погнали. Рико! Когда построили эту штуку, я сказал себе... Когда-нибудь Марио Фриго встанет на стене и помочится с края света.
У тебя всегда были большие цели, Марио. Это уже третий раз с тех пор, как я сюда прибыл. Ты тоже попробуй. Если Диравелла собрался нанести удар, ждать не придется. Что она здесь делает? А ты сам попробуй что-нибудь запретить Розе Мануэле. Рико. Для вас здесь слишком опасно. Я не только предводитель, но и символ. Ты это понимаешь. Именно поэтому ты сносишь статуи и избавляешь страну от яда пропаганды. А если Диравелла убьет вас? Да. Ваших статуй у нас нет. И вообще-то, если... Прошу прощения, у меня есть один друг, скульптор. Отвези ее назад. А я буду удерживать стену. Не то чтобы друг-друг. Знакомы по социальным сетям. Так, война идет. Я понял. Ну и что там? Загружается. Загружается. Рико, мы вернулись в пещеру. Ага. Как там дела? Нормально. Не могу говорить. Эй, постарайся все уберечь, Рико. Повстанцам очень нужно снаряжение. Блин, серьезно? Так, сразу, где оружие? Оружие вон, ну понял. Так, такие же системы ПВО, какого хрена? Где? Покажите мне их. Они не успеют долететь. Я тебе обещаю. Минус один. Да! Хорош. А насколько скоро, извините? Держитесь, они снова наступают. Где? Ладно. Приближаются вертолеты врага. Че, серьезно, я с танка пытаюсь. Из зенитки. Из зенитки? А где и зенитка? И зенитка, и зенитка, и зенитка. Здесь что ли где-то? А, точно. Да не хочет она. Садись в зенитку, ты чё? Не вижу ничего. Фига себе. Ага. Вот эта вещь. Воу-воу-воу-воу-воу! И зенитка! Где? Когда я служил, это называлось зенитная установка. ЗУ. ЗУ-25, по-моему. ЗУ-25, по-моему, мы стреляли.
Там такая, там за рычаг крутишь, такой, крутишь, она поворачивается, другой крутишь, наверх, вниз. Приближаются вражеские истребители. Соби, нет. Снова они. Хорош. Я сразу двоих завалил, что ли? Нифига, молодец. Фига, я молодец. Чё, проиграли, что ли? А как провал? Груз повстанцев был уничтожен. А с какого это... Они поставили его вообще на передовую. Могли бы зарыть поглубже. Вернуться. Зенитки, пушек нет. Теперь есть. Приближаются вражеские истребители. Снова есть. Они. Ага. Есть? Есть? По колесам, по колесам, по колесам. А ты чё, с ума сошел? А вы чё не защищаете? Я чё? А я один, что ли? Подожди. То есть вертолет, и сразу я на землю должен лететь? Почему так? Мы с ними справились, но они еще вернутся. Приближаются вражеские истребители. Снова они! Минус. Да как груз на западе такой хилый, погоди. А как я должен, подожди. Ну пусть сядет кто-нибудь за зенитку тогда, я буду внизу защищать. Фига себе, молодцы. Это что, все обязанности на меня, что ли? Но они еще вернутся. Приближаются вражеские истребители. То есть вот так вот я должен сделать, а потом вот так. Потом вот так. Да помри ты уже. Давай один хотя бы подобьем. И сразу. Ты чё? Как ты взорвался, блин? Это потно, конечно, да. А подожди, мне, наверное, не слышно, да? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Микрофон далеко. Мы с ними справились, но они еще вернутся. Приближаются вражеские истребители. Хорош. Один выжил, смотри.
Хорош. Хорош. Говноед. Меня задело. Ранен. Рико, они забрали Зину. Взорвали дверь и утащили его. Так. Они летят к тебе на вертолете, Рико. Черт. Это был отвлекающий маневр. Рико, поднимайся на стену. Куда? Я на стене. Да главное, груз уцелел. Что ж, Рико, остались лишь мы с тобой. Это кто? Ну зацепись. Зацепись за него, ты чё? А, будем догонять. Отлично. Хоть бы не я ввел. Хоть бы не я ввел. Да так... Я на мотоцикле за, за вертолетом. Конечно, очень интересно. Ну ладно, давай. Я, конечно, на каждой кочке буду слетать. Рико, поднимайся на стену. Извини, Рико. Я да ты чё? Поехали, Дайма. Я позабочусь о Зине. Отпусти меня, пожалуйста. Видит Бог, я этого не хотел. В аварии открывал дорогу ко множеству химических новинок. Ночное освещение, магниты, браслеты. Сейчас мы высверлим эту дырку. Покончено. Здесь, в пещере, мы потеряли многих друзей. Ага. Пора покончить с войной, Рико. Ну, я готов. Да, самое время, старина. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, и чё? А, продолжить. Спаси, продолжить. Что дальше? Карта. А, погоди, так чё? А подожди, а чё? А, провинция... Так, освободить целиком Филка Максиме. А, Центком. Освободить Центком. Филка... Вот он. Пенсула Стриате. Провинция Филко. А вот это Филко Максите, это где? Подожди, что освободить еще раз? Не-не. Не то смотрю. Так, для разблокировки. Выполните миссию «Борьба за Баварией». Освободите поселение Фалко Максиме Центком. Фалко Максиме Центком. Фалка. Монтания. А где Фалка Максим? Ты вот это? Подожди, еще раз. Провинцию надо освободить? Освободите поселение Фалка. Сиате де Равелла. А подожди, а где поселение Фалка вот это?
Это провинция, это я понял. Базы. Так, поселение. Может, где-то здесь? Нет. Питера. Олива Мора. Нет, не то. Я сейчас испанский выучу, пока буду искать поселение. Так, Коста де Ревелла. А, Деравелла. Коста де Ревелла. Коста дель Порто. Лагуна дель Соль. Лагуна дель Перец, скорее всего, сзади где-нибудь. Так. Флортесса какая-то. Лантуина. Подрядчик там какой-то, передатчик. Альба Петро. Агронови. Поселение. Лита Торта. Погоди, а можно... А, подожди, два... А это кто? Освободите еще провинции в Инсула Стриате. А Инсула Стриате это... А, это вот этот регион большой. А сколько нужно провинций, подожди? Освободить еще провинции. Еще три провинции надо освободить. И отключить УИП региона. А УИП региона это, скорее всего, вот это. Блин, ну это сложно, наверное. Телевышка, рубильник, центральный энергоузел. Так, я понял, тогда это в следующей серии уже будем тогда освобождать провинции. Три провинции нам надо освободить, чтобы продолжить борьбу за Баварию. А, друзья, на этом прощаюсь, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, отправляйте это видео друзьям. Также не забывайте про ссылки, которые находятся в описании. Это Trova, Good Game, Twitch, паблик ВКонтакте, сервер Discord, Телеграм-канал. Все это есть, VK Play Live тоже туда можно залетать. Все это есть, все, везде активность приветствуется. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.